Женщинам дорогу. Генеральный секретарь ООН заявил, что хотел бы видеть во главе организации представительницу слабого пола. Второй по счету пятилетний срок пребывания Пан Ги Муна во главе ООН подходит к концу 31 декабря. И он уже готовит себе замену. Генсек подчеркнул, что окончательное решение принимает не он, но хотел бы видеть все-таки у руля женщину. Кандидатуру нового генерального секретаря должен рекомендовать Генассамблее Совбез ООН. На данный момент на пост претендуют 11 человек, в том числе 5 женщин. Среди них глава Министерства иностранных дел Аргентины Сусана Малькора и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Третий раунд выборов генерального секретаря пройдет 29 августа. Пока же в них лидирует бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерреш.